Всем привет! Сегодня будем стирать краш с блока Nissan Sentra. Вот такой автолиф. Будем делать это мы через программатор Xprog. В принципе, можно сделать это все по IBD. Многие программаторы это делают все по IBD без проблем. Программаторы читают через IBD только EEPROM. Вот. Если нужен Full, то применяем программатор, вот в частности Xprog. И сейчас будем мы именно им этот блок читать, стирать в нем краш и программировать. Снимаем крышку, которую мы открутили. Значит, здесь смотрим аккуратненько плату подымать. Вот здесь вот стоит конденсатор, вот он. Что мы делаем? Чуть придавливаем. И теперь плату подымаем. Вот конденсатор стоит. Если подключение к процессору на плате известно, то плату можно и не вытаскивать, не снимать. Все это находится с наружной стороны. В моем случае подключение к процессору было неизвестно. И мне пришлось снять плату, чтобы вызвонить контрольные точки и затем подключиться. Итак, плату мы вытащили из корпуса. Смотрим, какой у нас здесь стоит процессор. Процессор у нас стоит XC2336B40F. Теперь давайте запустим Xprog. Найдем наш процессор и посмотрим, как к нему подсоединяться. Так, открываем Infineon. XC2336-40F. Вот наш процессор. Теперь смотрим, как к нему подсоединиться. Reset. TRST подсоединяем. Ну, TXRX, естественно. Питание. Массу и два вот этих провода замыкаем вместе и соединяем на вот эту ногу. Выводы процессора на плате я вызвонил, пометил каждый, и теперь можно использовать этот help, не вытаскивая платы из блока. Единственное, придется взять внешнее питание 12 вольт для этого блока, либо взять его с программатора. Потому что питания от USB, как правило, для этих блоков не хватает. Итак, мы вызвонили точки подключения для процессора по хелпу Xprog. И сейчас будем этот процессор читать. Отсюда берем питание на наш блок. Открываем Xprog Box, выбираем Infineon, значит, у нас 36B40, и выбираем Flash 0, нажимаем читать.
Так, флеш 0 мы прочитали, так называемый флеш 256 килобайт. Теперь нам нужно прочитать флеш 1, так называемый EEPROM. Вот у нас флеш 1 прочитано, точнее сказать, это уже EEPROM. Этот EEPROM мы сохраняем на рабочий стол. Пишем crash. Файл у нас уже подготовленный для записи со стертым крэшем. Так, вот он, clear. Его мы и открываем и нажимаем записать. Все, верификация прошла успешно, наш файл записан. И теперь можно собирать блок. Смотрим, где конденсатор у нас вот стоит. И потихоньку его пазы вставляем. Чуть поджимаем. Конденсатор встал на место. Так, на конденсатор я наношу немножко припоя, потому что они ослабевают эти контакты, ну, буквально чуть-чуть. И теперь можно закрывать его крышечкой. Итак, мы запрограммировали блок AirBag от Nissan Sentra с процессором Infineon XC2336B. Теперь ставим его на машину.